Так, вот так вот. Здравия желаю, всех приветствую. Наконец-то у меня появился какой-то аппарат, которым я могу снимать. Отремонтировалось все. Все хорошо. Решил поснимать небольшой парк, который создали у входа вот этого заведения. Да. Такое длинное название. Ага. Да, тут тоже снимают. Но камеры не видно. А, вот, вон камера. И вот такой интересный небольшой парк тут. Вот такие вот лавочки. Видимо, сделаны участниками, ну, либо преподавателями. Вот такие фигуры тут есть, объекты интересные. Вот. Это, видимо, сделано из керамики. Это зеркала. Зеркальные отражения. Не очень понятно, что это. Кто знает, что это, можете написать в комментариях. Я пока вижу просто разноцветные фигуры, блестящие. Что же это может означать? Что же? Может даже и ничего, просто может быть некая пространственная абстракция. Ну, здесь вот такой запущенный немножко садик. Цветы. Цветут цветы. Вот очень красивые цветы. О, очень-очень красивые. Так, следующий объект. Вот я вижу. Тоже такая геометрическая. Штуковина, зеркальный куб. Очень так интересно смотрится. Такой неподвижный объект, в котором заложено движение за счет различных углов, линий. Очень эффектно смотрится. Наверное, когда новый был, еще лучше смотрелся. Ну, кто любит уже в разрушенном немножко состоянии, рады будут этому тоже. Тут какие-то колючие кусты. Тут, видимо, какой-то вазон сломанный с каким-то античным ребенком. Так, что у нас тут еще есть? А, вот самый яркий тут персонаж. Это такой красный мужчина. Даже здесь есть даже табличка. Фигура парковая, Скоморох. Автор Пелевин. Вот даже так. Пелевин здесь был. Ну, это, видимо, бык. Такой несмиренный. Взгляд у него такой взволнованный. Тут улитка со спиралью. Такое олицетворение вечного движения, да? Пока улитка движется, очень много всего происходит в мире.
очень классно сделано. Видно, что автор прям вложился, постарался. Так, вот такой еще объект. Деревянная рыбина. Точнее, ее останки. Тоже напоминающие о движении времени. Ну, вот такой небольшой парк. Там вот еще вдали еще один объект. Угу. Вот такой вот прикольно. Такая пирамида в треугольнике. Прекрасно. Вот такой вот парк. Находится он на проспекте Мира. В центре города Нижнего Тагила. Можете прийти сюда тоже погулять, пофотографироваться. Вот. Очень прекрасно. Также, думаю, здесь можно поснимать какие-то творческие проекты, видео. Очень интересно. Ну, наверное, и снимают. Просто мне не попадалось. Ну ладно, дорогие друзья. Будем прощаться. Желаю вам всего хорошего, творческого вдохновения и радости по жизни. Всех благ!